После уборки чеснока и лука на этом участке была скошена оставшаяся растительность, то есть убран оставшийся бурьян, и образовалось много соломы в результате. Я буду это место перепахивать плугом, но так как плуг у культиватора, как правило, маленький, то решил перед тем, как пахать, убрать эту сено-солому отсюда своим маленьким самодельным мейграблями. Грабли у меня смонтированы на грейдере, это просто привинчено к грейдеру несколько вил, и все. И получается такой маленький грейдер с зубами, которым можно собирать в том числе и траву как граблями. Кроме некоторого собирания этой соломы и травы, грабли еще параллельно выполняют функцию, ну, как грейдер выравнивания участка. Потому что, когда копаешь, ямок нарываешь,
А потом вот эти ямки, они, собственно, и уходят при граблении. Ну, достаточно много сена нарыл. Сейчас уберу это сено туда у нас, где оно перепревает. А здесь распашем плугом, и все будет хорошо. Как-то так.